Спонсор программы «Солнечное утро» – торгово-развлекательный центр «Аллея». Привет, сахалинцы! На календаре 2 октября. На ваших экранах самая позитивная передача «Солнечное утро» на Солнце ТВ. Меня зовут Юлия Билли. Я готова зарядить вас энергией на весь день. Мои коллеги подготовили много интересного, от народных примет до секретов красоты. Давайте вместе сделаем это утро незабываемым. В народном календаре узнаем, какие сюрпризы готовит нам 2 октября. Может, сегодня день вашей удачи? Мировые новости удивят вас необычными фактами и событиями. Готовьтесь открывать рот от изумления. Наш корреспондент побывал на открытии новой мультстудии в детской библиотеке. Узнаем, как юные сахалинцы будут создавать анимационные шедевры. Визажист Лора Вишнякова раскроет секреты макияжа для девушек с проблемными веками. Ваши глаза засияют по-новому. Астролог Анна Башкирова расскажет, что звезды приготовили нам на эту неделю. Может, пора начать что-то новое? В рубрике «Поймите правильно» разберемся, откуда взялось выражение «битый час». Спойлер, это не про часы. Разминка от профессионала. Фитнес-тренер Екатерина Баландина покажет эффективные упражнения, чтобы вы окончательно проснулись. Наши предки приметили, ко 2 октября пчелы перестают вылетать за нектаром, залепляют вход в улей воском, прячутся на зиму. Отсюда и одно из названий этого дня – пчелиная девятина, что означает поминки по пчелам, которых уже не увидеть до следующей весны. Чем еще интересна сегодняшняя дата в рубрике «Народный календарь»? 2 октября весь мир отмечает День игры. Этот праздник призывает и взрослых, и детей отвлечься от суеты и устроить активный отдых. Забавы нужно проводить на свежем воздухе. Это не только весело, но и полезно. У человека активно работают мышцы, а это способствует развитию силы и выносливости. Не лишним будет мозговой штурм. Можно попробовать порешать ребусы, ответить на загадки. Как говорил Джордж Бернард Шоу, мы не прекращаем играть, потому что стареем. Мы стареем, потому что перестаем играть. Сегодня 53 года исполняется одному из самых популярных средств связи – электронной почте. 2 октября 1971 года Рэй Томлинсон отправил первый в мире имейл на устройство в нескольких метрах от него. Событие произвело настоящий фурор. С того момента технологию начали дорабатывать. Сейчас мы имеем надежный способ коммуникации и передачи файлов. Интересный факт. Значок «собака», которая разделяет имя пользователя и почтовый ящик, выбрали только из-за его редкого использования. По народному календарю сегодня отмечают День Трофима и Зосима, покровителей пчеловодства. Пасечники в этот день устраивали праздник. Собранный мед они раздавали друзьям, родственникам и случайным прохожим. 2 октября он также был главным украшением стола наряду с оладьями. Считалось, что если в эту дату у человека болит живот, ему надо выпить разбавленный в теплой воде мед. Этот напиток очищал организм и помогал справиться с болью. Алексей, Давид, Игорь, Николай, Константин и Мария – именинники сегодня. Люди, родившиеся 2 октября, могут быть резки в своих высказываниях, однако они всегда говорят четко, ясно выражают свои мысли и не вызывают сомнений. Находясь рядом с сегодняшними именинниками, можно почувствовать некий магнетизм. Это связано с их врожденным обаянием и умением слушать. А теперь давайте совершим кругосветное путешествие, не выходя из дома. Наши мировые новости – это настоящий калейдоскоп удивительных событий. От научных открытий до курьезных случаев мы собрали для вас самое интересное. Пристегните ремни, будет захватывающе. Археологи Российской академии наук нашли тысячелетнее арабское серебро в Великом Новгороде.
Оно было спрятано в яме, вырытой в материковой глине ориентировочно в 970-х годах. Исследователи обнаружили товарные пломбы, бытовые, хозяйственные предметы и украшения. Большую часть клада заняли серебряные монеты. Их насчитывается около 1800 штук. В частности, это сасанитская драхма, германский динарий, византийский мелиорисий и куфические дирхамы. Общий вес обнаруженных сокровищ более 3 килограммов. В Подмосковье продают дом в виде слона. За 16-метровое жилище просят 78 миллионов рублей. Потенциальным покупателям придется потратиться не только на покупку. Внушительная площадь в 500 квадратных метров внутри пуста. У дома нет межкомнатных перегородок. Владелец заявляет, что пространство можно обустроить как душе угодно – под офис, ресторан, студию или самый обычный жилой дом. Отметим, что за свой необычный внешний дизайн здание попало в Книгу рекордов Гиннесса. В США в городе Клирфилд по плану 12-летней Розили построили детскую площадку. Предыдущая, как показалось девочке, была ориентирована на взрослую аудиторию, поэтому ребенок нарисовал более безопасный вариант. Девочка показала концепцию своей маме. Задумка дочери ей понравилась. Семья отправилась в мэрию, чтобы предложить проект. К удивлению Розили и ее мамы, администрация согласилась воплотить зарисовки в жизнь. Известная компания выпустила накладку для кресел, которая вибрирует во время игр. Достичь этого помогают несколько панелей с функцией тактильной отдачи. Они реагируют на происходящие события в игре и издают вибрацию. Устройство подключается к компьютеру и на данный момент работает с небольшим списком видеоигр. В Сахалинской областной детской библиотеке открылась настоящая фабрика чудес. Новая мультстудия «Расскажи мне свою сказку, Сахалин». Наш корреспондент побывал на открытии и готов рассказать, как обычные школьники превратятся в настоящих волшебников анимации. Хотите узнать, как рождаются мультфильмы? Тогда смотрите наш следующий сюжет. Приготовились? Камера, мотор! Это или подобные фразы будут сопровождать участников мультстудии на протяжении учебного года в областной детской библиотеке. Теперь здесь можно не только читать книги или участвовать в познавательных программах. Ребята станут настоящей командой по созданию мультфильмов. Вдохновляться специалисты предлагают культурой нифхов. Первые мероприятия, первый месяц, это будут мероприятия, которые будут знакомить с историей, с бытом, будут презентации, различные мастер-классы, игры, то есть будут показывать. Также у нас обязательно задействованы современные технологии, ну, помимо мультстудии у нас будут VR-очки, будут чтение сказок нифских, будет все это визуализироваться через виртуальные очки. Также мы используем 3D-ручку, ребята смогут сделать орнаменты нифские себе на память, то есть, ну, полностью будет такое погружение в культуру. Ребята разного возраста пробуют себя в песочной, рисованной и кукольной анимации. Создание последней – процесс кропотливый. На площадке студии ребята размещают фигурки, после делают снимок. Далее перемещают персонажей и снова фотографируют. Таким образом, они собирают много последовательных кадров, которые в программе склеивают в один видеоряд. Можно поменять фон, и персонажи окажутся в другом месте. На всех этапах участникам будут помогать специалисты библиотеки. Их обучила одна из местных IT-компаний. Совместно с библиотекарями мы будем проходить обучающий курс. Наш учебный центр компании как раз-таки будет отвечать за то, чтобы рассказать библиотекарям все тонкости, все возможности функциональные этого оборудования. Потому что первый этап обучения у нас уже прошел ознакомительный. Мы увидели, как делать мультики и, соответственно, поняли, из чего состоит мультстудия. Но какая содержательная линия создания мультфильма? На что необходимо обращать внимание для того, чтобы мультик был интересным? Для того, чтобы его смотрела большая аудитория, самое главное, чтобы его можно было обсудить. По окончанию годового курса ребятам выдадут сертификаты. Организаторы надеются, что обучение анимации поможет воспитанникам студии выбрать профессию. А пока в ближайших планах показать их работы. Когда проект закончится, увидеть их сахалинцы смогут на сайте детской областной библиотеки и на ее страничках в социальных сетях. Приготовьтесь к настоящей магии преображения. Сегодня наш визажист, волшебник Лора Вишнякова раскроет секрет макияжа для девушек с проблемными веками. Забудьте о комплексах. После этого урока ваши глаза засияют по-новому. Доброе утро! Сегодня я познакомлю вас с такой техникой, как скрыть нависшее веко или морщинистое веко. А сегодня в гостях Евгения. Евгения, доброе утро! Доброе утро! Сегодня на Жене я вам продемонстрирую несколько полезных советов.
Итак, перед тем, как начать съемки, мы увлажнили лицо, хорошо увлажнили зону под глазками, это очень важно, и нанесли легкое тонирующее средство. У нас осталась пустая зона вокруг глаз, и мы не делали никаких теней, ни туши. Сейчас все сделаем. Очень полезная штучка, называется база под макияж со свечением. То есть на бутылочке или на тюбике обычно написано «Illuminizer». Это такой кремушек, который имеет легкий-легкий перелив. Я немножко набираю и наношу на зону под глазками. Под теплом пальчиков крем легко распределяется, и вы уже можете наблюдать легкое свечение. А этот крем вы можете заносить и на скулу, то есть на выступающий участок скулы, это будет тоже очень красиво. С кремом мы закончили. Теперь мы можем взять консилер. Консилер должен быть легкий, он может тоже быть со светоотражающими частичками. Если он не без светоотражающих частичек, то вы можете его смешать с этим кремом, и у вас будет светящийся консилер. Синтетической кистью разношу наш консилер. За счет таких светоотражающих частичек, мелких, которым наш глаз, он не видит этих микро-микроблесточек. То есть он видит легкое сияние, и при попадании света на лицо, в морщинки, они как бы отражают свет, и тем самым морщинок, соответственно, не видно. Закроем глаз. Немножко консилера на зону подвижного века. Ну вот. В принципе, вы можете наблюдать, что морщинки наши скрылись. А теперь нам нужно скрыть морщинистое верхнее подвижное веко. Как мы это будем делать? Нам понадобятся матовые кремовые тени, либо это может быть база под тени, но со светлым оттенком. То есть мои кремовые тени, это будет как подложка под сухие. Наношу на другой глазик и также растушевываю. Все, наша база готова. Теперь мы можем прокрасить межресничное пространство. Я беру мягкий карандаш и прокрашиваю зоны межреснички. Здесь смотрим. Когда межресничка проработана, это смотрится очень красиво и сразу делается такой лифтинг-эффект, потому что уплотняется, то есть затемняется верхнее веко, и зритель на глаз приподнимается. Итак, работаю с другим глазиком, прокрашиваю межресничку и буду растушевывать. Теперь мы с вами поработаем с сухими тенями. Тени обязательно должны быть матовые. Возьму светлый оттенок и нанесу на все подвижное веко. И немного темных теней именно в зону межреснички. На внешнем уголке глаза сделаю чуть больше растушевку из темных теней. Будет такой лифтинг-эффект. В зоне слезничка мы можем с вами немножко подсветить. Даст такой эффект раскрытости глаз. Будет очень красиво. Подсвечиваем. Это пудра, хайлайтер с легким-легким сиянием. Угу. Ну и в зону под глазки я рекомендую наносить пудру также со светоотражающими частичками. Она может быть как компактная, так и рассыпчатая. У меня это рассыпчатая пудра. На мягкую пушистую кисточку набираю пудру, наношу на зону под глазки, немного вышлифовываю, и от морщинок нет следа. Такой свежий, отдохнувший взгляд получается у нас. Прокрасим реснички. При морщинистом веке я не рекомендую работать на нижнем веке темными тенями. Это может придать возрастом. Ну что, Жень, посмотри на свои глазки. Как тебе? Спасибо тебе большое. Я была рада тебе помочь. Я надеюсь, что мои секреты для вас тоже пригодятся. С вами была Вишнякова Лора. До новых встреч! Наш звездный оракул Анна Башкирова расшифровала послание небесных светил на предстоящую неделю. Что вас ждет с 30 сентября по 6 октября? Может быть, судьбоносная встреча или неожиданный поворот событий? Сейчас узнаем.
Доброе утро! Меня зовут Анна Башкирова, я астролог, и сейчас я расскажу, что вас ждет на этой неделе. 3 октября закрывается коридор затмений, а для нас открываются новые возможности. Новолуние – это всегда начинание, которое приносит за собой какие-то новшества. Это могут быть новые отношения, это может быть новая работа, новая прическа, новая квартира, новая жизнь. Давайте узнаем, что будет именно у вас. Овны. Новое знакомство может иметь далеко идущие последствия, а нынешние отношения могут пережить кризис. Это новолуние внесет свежий ветерок в сферу ваших партнерских или романтических отношений. Поток клиентов и оживление конкурентов также активизируется. Тельцы, у вас появится импульс провести генеральную уборку либо дома, либо на работе. Хорошо начинать оздоровительные тренировки, менять питание и начинать пить витамины. Кстати, иногда такое новолуние может принести нового члена семьи в виде домашнего животного. Близнецы, вам это новолуние принесет начало какого-то творческого проекта, бизнеса или хобби. У кого-то может быть небольшая прибыль, новость от ваших детей или прадетей, романтическое знакомство, которое будет значимым в вашей жизни. Событий много не угадать, но все они будут довольно праздничными. Раки. Это новолуние сделает вас более эмоциональными, что может вызвать желание проводить больше времени с семьей. Кто-то из раков решит купить новый диван или поменять обои. Родители могут обратиться за помощью или просто приехать в гости. Вас ждет целая неделя, посвященная дому и семье. Лев. Кого-то из вас это новолуние заставит с головой окунуться в учебу или отправит на экзамен по вождению авто. А кому-то предстоит небольшая поездка, командировка или встреча с родственниками и приятелями. Не исключено получение письма или важных документов. Дева, у вас на первый план выйдут финансовые вопросы. Вы можете изменить или найти новые источники дохода. Кто-то может столкнуться с непредвиденными тратами, а кто-то совершит долгожданную покупку. На этой неделе вам очень важно хвалить и чаще вспоминать про свои таланты. Весы. Для вас это новолуние принесет преображение вашего имиджа. Новая вещь, новый цвет волос, стрижка или новый статус. Для кого-то это может быть началом тренировок, которые изменят фигуру. А кто-то может подумать про кардинальные изменения. Решайтесь, вам можно все. Скорпионы. Новолуние принесет освобождение от переживаний, депрессий и болезней. Очень рекомендую заняться благотворительностью. Это даст вам силы, чтобы в дальнейшем достигнуть желаемого. И если у вас появится возможность посетить кого-то в больнице, не отказывайтесь. А будет желание уединиться, не удивляйтесь. Такое новолуние всегда вызывает у людей желание спрятаться для размышлений. Стрелец. На этой неделе следует ставить себе новые цели, потому что это время, когда сбываются мечты, надежды и желания. Возможно, у вас появятся новые единомышленники, а для кого-то это окажутся долгожданные инвесторы. Будьте смелее, мечтайте по-крупному. Козерог. Интересные события произойдут в карьере, что-то повлияет на ваш статус. Возможно, вы начнете собственное дело, новый проект, новую услугу начнете предлагать. Вас могут пригласить на публичные выступления. Кстати, статус – это не только должность, это еще и про ваше положение в обществе. Поэтому новолуние может принести изменения в паспорте в том числе. Водолеи. У вас время, когда на первый план выдвигаются путешествия. Это может быть как фактическая поездка, так и начало планирования или покупка билетов. Кто-то из водолеев решит возобновить учебу или повысить свою квалификацию. Вперед, расширять горизонты. Вот девиз для вас на эту неделю. Рыбы. Событие, которое может начаться в это новолуние, связано с деньгами других людей, инвестициями, наследством или страховкой и страстью. У вас появится шанс внести новизну в вашу личную жизнь или улучшить финансовое положение. Ну и самое интересное, рожденным с 3 по 9 июля, с 4 по 9 сентября, с 3 по 9 ноября, с 1 по 7 января
и с 1 по 6 марта. Всю неделю вы будете отмечать особое внимание к себе. Комплименты, подарки, сюрпризы, приятные встречи, прекрасное настроение и особый шарм. У многих появится неуемное желание тратить деньги, украшать себя, доставляя себе удовольствие. Но имейте в виду, обратная сторона такого транзита – это капризность, ленность и потакание своим слабостям. С вами была я, Анна Башкирова, астролог. И помните, все, что происходит, происходит не с нами, а для нас. Всего доброго, хорошего дня. Пока-пока. Выражение «дамоклов меч» означает нависшую угрозу. Происхождение связано с историей из Древней Греции. В ней придворный по имени Дамокл позавидовал царю Дионисию и захотел занять его место. Тот согласился, но повесил над его головой меч на конском волосе, чтобы показать, что быть царем еще и опасно. Значение истоки другого популярного фразеологизма в нашей постоянной рубрике «Поймите правильно». Русский народ создал русский язык. Яркий, как радуга после весеннего ливня, меткий, как стрелы, певучий, богатый, задушевный, как песня над колыбелью. Так сказал писатель Алексей Николаевич Толстой. А мы начинаем. Битый час. Выражение используют с негативным оттенком в нескольких случаях. Например, подчеркивая бестолково и бесполезно потраченное время при длительном ожидании кого-то, кто задерживается. Лингвисты связывают происхождение фразеологизма с появлением на Руси первых башенных часов в 1408 году. По большому счету, тогда не было необходимости в знании точного времени. Все ориентировались по солнцу. Основной функцией первых башенных часов скорее был единый стандарт исчисления. Так что отбивать каждый час ударом в колокол стали только к середине 15 века. Вот и получилось выражение «битый час» – время от одного удара до другого. Употребляйте фразеологизмы к месту и с правильным смыслом. Ведь, как сказал французский математик Блэс Паскаль, красноречие должно быть приятно и содержательно. Но нужно, чтобы это приятное, в свою очередь, было заимствовано от истинного. Все знают о пользе утренней зарядки, однако ученые предупреждают, главное не переусердствовать интенсивные тренировки после пробуждения – стресс для организма. О том, какие упражнения подойдут для разминки в начале дня, расскажет наш фитнес-тренер. Доброе утро! Добавим немного активности после новогодних праздников. Подвигаемся сегодня. Для нашей небольшой тренировки понадобится какая-то возвышенность. В домашних условиях отлично подойдет невысокая тумба или стул. Я буду использовать степ-платформу. Вы можете дома использовать что-то немножечко выше. Это даже будет лучше. Что мы будем с вами делать? Мы будем тренировать наши ноги активно и кардиореспираторную систему. Мы будем с вами подниматься вверх. Здесь будем тренировать баланс, активировать нашу ягодичную мышцу. Дальше будем спускаться вниз и уходить в хороший квадратный выпад. Как вы догадываетесь, в этом упражнении будут, как я уже сказала, активно участвовать наши ноги, то есть все мышцы ног мы будем здесь задействовать практически. Итак, что нам важно? В момент, когда мы поднимаемся, даже если ваша опора выше, важно, чтобы в момент подъема вы не толкались сильно нижней ногой, то есть той, которая находится в данном случае на полу. Важно, чтобы также ваша стопа находилась полностью на этой опоре, то есть и пятка, и пальцы должны остаться на опоре, не должны свисать. Когда вы поднимаетесь вверх, тянитесь макушкой строго вверх, включая ягодичные мышцы для того, чтобы поднять тело. Я развернусь к вам лицом. Какие важные моменты при выполнении этого упражнения вам нужно знать? Когда вы поднимаетесь вверх, обращайте внимание на колено передней стоящей ноги. Оно не должно уйти внутрь. Для того, чтобы колено всегда у вас было направлено на второй палец ноги, я рекомендую голень рабочей ноги, в данном случае правой, вращать наружу. И тогда ваше колено будет в безопасности, и ваши ягодичные мышцы будут включаться на максимум.
То есть, когда вы поднимаетесь, вот такого движения коленного сустава, старайтесь избегать, чтобы не травмировать себя. Итак, мы поднимаемся вверх, не толкаясь нижней ногой от пола, вытягиваемся макушкой вверх, поднимаем левую ногу, разгибаемся в тазобедренном правом суставе, вытягиваемся макушкой вверх, и здесь у нас уже активируется правая ягодичная мышца. Руки работают контрлатерально, как при шаге. То есть при подъеме, когда мы выводим левую ногу вперед, мы выводим правую руку вперед. И старайтесь давать своему грудному отделу тоже мобильность. То есть позволяйте активно двигаться грудному отделу, не блокируйте его. Дальше мы спускаемся также, контролируя это движение своей ягодичной мышцей, то есть мы не падаем резко на вашу левую стопу, опускаемся медленно, следим за своим правым коленом, уводим правую ногу назад, сгибаем оба коленных сустава и садимся в хороший квадратный выпад, направляем лобковую кость вверх, вытягиваясь макушкой тоже вверх, уходим в выпад. И здесь у нас уже тренируется левая ягодичная мышца больше. Что в этом движении важно? Также оставляем направленным левое колено вперед на второй палец ноги, не позволяем ему уходить внутрь, вращаем голень в левую сторону. Обязательно контролируем положение поясницы, не уходим в переразгибание. И ваше заднее колено, в данном случае правое, согнуто на 90 градусов. Не уводите слишком далеко его назад. И снова шаг, подъем. Шаг назад и уходим вниз. Таким образом, в этом упражнении, как я уже сказала, вы тренируете сразу обе ноги. Но поскольку нагрузка на правую и на левую ногу здесь отличаются, не забудьте поменять потом рабочую ногу, да? То есть потом начните зашагивать с левой ноги и делайте выпад на правую. Я рекомендую сделать по 15 подъемов на правую и на левую ногу. Вы почувствуете, как поднимется ваш пульс и как хорошо потренируются ваши ноги. Я рекомендую вам это упражнение выполнять 1-2 раза в неделю, и вы увидите очень хороший результат. Я желаю вам прекрасного настроения и будьте здоровы. Пока-пока! Вот и подошло к концу наше солнечное утро, но день только начинается. Надеюсь, мы зарядили вас позитивом и вдохновением. Помните, каждый новый день – это шанс сделать что-то удивительное. Не упустите его. С вами была Юлия Бель. До встречи! Современный торгово-развлекательный центр «Аллея». Вас ждут одни из лучших магазинов. «Симост», «Летуаль», «Золотая Русь», «Детский мир», «М-Видео», «Кюхенленд Хоум». Новинки одежды от бренда «Флайм», «Бифри», «Левайс», «Тиранова», «Зарина», «Революция», «Калиопия» и «Минимо». Крупнейший на Сахалине гастромаркет «Арбат». И всегда свежие продукты в нашем новом супермаркете. Ждем вас ежедневно по адресу Фархутдинова, 3.